Друзья, привет! С вами Ирина Маркелова. Периодически использую этот инструмент, называется Best Leaders. Моя реферальная ссылочка будет под этим видео. Скорее подпишись на канал и ставь лайк этому видео. Все привилегии вы получите на статусе VIP, который стоит $5. Вот здесь, видите, мой аккаунт стоит в ленте, и все пользователи Best Leaders видят мой аккаунт. Речь сегодня пойдет об инструментах. Пользуюсь я ими достаточно давно. Это автоматический пост в ленту, который периодически обновляется, и все ваши подписчики, а их у меня 54 тысячи подписчиков и 8253 друга. И в основном эти друзья набраны в этом сервисе, потому что я его использую уже, наверное, лет 5 или 6, если я не ошибаюсь. Сначала нам надо привязать аккаунт, управление аккаунтами ВК. Заходите в этот аккаунт, авторизуетесь в браузере. И вот здесь вот привязать аккаунт. Вот здесь посмотрите видео, как подключить аккаунт и как обновить. Вот обновить данные, ну я уже обновила, вот здесь вот. Почитайте, как обновить, чтобы у вас был зеленый цвет. Вот участвует в авторотации, то есть люди ко мне будут добавляться сами. Я имею в виду в подписчики, либо в друзья. Теперь я хочу, чтобы на этом аккаунте у меня посты периодически обновлялись. Нажимаем все инструменты. Один пост я только что запустила. Заходим в автоматический постинг в новостную ленту вот сюда. Вот один пост у меня уже есть. Будет он публиковаться один раз в 12 часов. Можно сделать чаще. Вот какой пост. 3 минуты назад. Сейчас я поищу посты, которые я уже публиковала. Ну, к примеру, вот этот вот пост, где я в живой очереди лифт получила 6000 рублей. Копируем правой кнопкой мыши. На время нажимаем. Добавить задание. Кликните здесь, чтобы выбрать аккаунт, для которого вы хотите подключить постинг. Вот здесь у меня несколько аккаунтов. Я выбираю вот этот. Вставляю сюда ссылочку. Здесь вы можете включить автолайкинг только для VIP. После публикации поста ему автоматически будут поставлены лайки со всех аккаунтов, которые подключены у вас к сервису. Я еще не подключала, буду подключать, поэтому я выключу. Здесь вы можете выбрать время. Пост на странице будет удаляться и сразу же публиковаться снова. 1 час, час 30, 2 часа и так далее. Ну вот здесь я выберу один раз в 12 часов. Запускаем задание. Идет проверка данных. Все, теперь мы проверим. Промотаю вот так вот вверх и посмотрим. Вот только что, видите, он поднялся в ленту и так далее. Здесь еще много есть инструментов. Здесь у меня видеореклама еще работает. Люди, кто не на ВИПе, вот запущены идут показы. Видите, просмотров 1149 из 1500. Осталось еще 351. Все, кто не на ВИПе, смотрят мой ролик. И здесь можно разместить топ-предложение на 45 дней за $10. Свою реферальную ссылочку на Best Leaders я оставляю под видео. Всем пока!